Привет, дорогие подписчики и зрители канала. С вами снова Джек Шепард, Ярослав и Артур. Поздоровайтесь, спецура. Всем привет. Как здорово, видите, друзья. Мы маленько приоделись между сериями. Это все заслуга Ярослава. Ярослав, объясняйся, давай. Ну, ребят, в общем, что, с последней нашей серии я с хорошим другом, с Пекром, то есть, решили побегать. Мы побежали сперва вот сюда. Старый собор. Да, на Старый собор. Здесь мы особо ничего хорошего не нашли. Пошли на ВПП. Там был снайпер. Нам повезло, мы его убили. У него было одно ПНВ. И потом еще там и там же в казармах, то есть мы начали просто лутить первую казарму, вторую, ангары. Ну, уже у нас было по ПНВ выходит. И нам повезло, нашли еще одно. Маскировочный комплект, это уже я полазил по деревням. И, то есть один я нашел, а один спектр дал, он ему не нравится, у него кама. Такие вот дела. Капец, короче говоря. Ну, все довольны. Я заметил, что у меня обнулился дебаг-монитор, все по нулям. Нет, у меня все супер. Я между сериями уже успел умереть. Да. У нас все между сериями что-то успевают, и только я бегаю со своей снайперкой, которую я, кстати, хочу сменить. Она мне, в принципе, нравится, но больно уж громкая. Поэтому мы, собственно, у Старого Собора поискать новые пушки нам всем. Ну, вроде как, большинство устраивает. Но, короче говоря, надо потихоньку выдвигаться. Я немножко смог свое снаряжение восстановить. Но все-таки это не то, что было. Ночью вообще темень, поэтому мы имеем серьезное преимущество в своих ПНВ. Поэтому, собственно, давайте... Если мы сейчас выключим, вы увидите, какая я темнота, выключал, и глаза показал. Особо не привыкают. Поэтому давайте аккуратно выдвигаться, что ли, по этим кустикам. Главное днем ПНВ не включать. Да, это кошмар. Это слепит. Глаза просто кровью начинают брызгать. Так. Блин, ребята, мы что-то как-то палимся, по-моему. Если у кого ПНВ есть. Давайте, я не знаю, я вот тут, наверное, залягу. Потому что отсюда у меня просматривается полностью весь этот лагерь. Ты понимаешь, все бандиты могут сейчас сидеть вот справа обычно на снайпере. На горочке всегда есть снайпера. Я поэтому знаю. Я иду на эту горочку и смотрю на нее. Пока вы с нее спускаетесь. Не знаю, по-моему, тут оптимально. Вот у меня место именно для... Ой, блин, я не буду вас прикрывать, я пойду с вами, потому что у меня винтовка-то ночью да, не отображается. Не фурычит. Так, что у нас видно? Зомби-зомби. Человек-человеку-друг, а зомби-зомби-зомби. Да. Ну, короче, на самом деле, приличное количество зомби видно на площадке, но у меня есть глушитель, это можно У нас есть дымовая граната, в принципе, поэтому какие проблемы-то? Да. Боюсь, как бы не палю. Нет, она... Шепард, что там, горочку проверил? Да, тут все чисто. Так, я красную дымовую гранату сейчас кидаю левее от этого кемпа. Ну, сейчас подожди, не кидаю еще. Не палинов, да. Мы можем пока, в принципе, подойти еще без проблем. Тут прыгунчик прыгает аккуратно. Там два прыгунчика прыгают. Опасное место. Вы нас просили экшона. Вот вам будет экшон. В принципе, место, наверное, самое опасное в игре. Даже опаснее, чем восточный в этот. Вернее, западный аэродром. О, не знаю. Я сегодня часа 4, наверное, провел в Электрозаводске. Это было точно. Не, ну Электрозаводск это вообще не в счет, знаешь. Так, ну что, выдвигаемся? Ну я уже понемножку спускаюсь. Зомби одного клину. Давайте я отворки смотрю за вами. От кустика к кустику. Потому что, блин, если у кого ПНВ, то на расстоянии мы все равно видны. На расстоянии трава не отображается. Ну мы ходячие кустики. Да, маскировка, в принципе, неплохая. Так, я кидаю вон там, видите, кучу мешков черных. Вот да. Туда к ним я кину дымовуху. И, в принципе, я думаю, так нормально будет. Да. Давай. Так, отсюда. Ой, прям к тебе ползет. Прям к вам обоим ползет. Не где? Вижу только близко, нет, справа от вас. Да, да, вижу его, вижу. Отходите. Да, кстати говоря. Так, не нужно его убивать, хотя, в принципе. И снизу ползет. Короче, я кидаю гранату туда, к этим трупам. Я не думаю, что докину с такого расстояния. Но примерно в ту сторону, короче говоря. К вам двое прыгунов прыгают. Ползун ползет. Сзади бежит. Он не к нам бежит. А на гранату бежит. Он просто прям вот к вам бежал, потом повернулся последнюю секунду. Блин, они все равно к нам бегут. Прыгун идет к вам. Прыгун к нам, давай, Ярослав, снимай его пакетом. Ой, блин. Что ж они... Нет, он не к нам.
Ты увидишь. К вам прыгун в этой форме военной. Нет, нет, они все туда идут. Так. И кинул Артур чуть дальше. Прямо перед двумя палатками дымовых. Ну, это все равно не так опасно, ночью они вообще слепые. Мы нет. Да. Ой, ну это ночные серии такие крутые. Ночью гораздо атмосфернее это все. А зомби прям в палатку зачем-то зашел в штаб. И еще один туда же пошел. Может их там подстреливать? Да нет, ты кинул эту дымовуху, и они теперь все в палатки идут. Ну отлично. Блин, вот глушитель здесь, с ним настолько неудобно целиться, у меня здесь аж 4. Слева зомби где-то близко. Ну, он все равно очень удобен. Я бы хотел пушить, как у тебя. Надеюсь, мы когда-нибудь найдем ее. Без проблем найдем. А теперь скажите, куда вы отошли от той своей позиции? Мы возле мы к палаткам подходим с левой стороны. Да, мимо белого туалета идем. Я думал, вы чуть назад. Там зомби идет. Это нормально. А внутри одной из палатки лежит черный мешок. Да там внутри каждой практически палатки лежит черный мешок. Я думаю, сейчас придется пострелять. Он меня, я думаю, не убьет все-таки. Так, здесь какая-то лажа. Какая же здесь лажа? Если лежит морфий, морфий нам явно пригодится. Да-да, морфий бери, у меня его совсем нету. У меня было 5 морфий, я 2 выкинул. Дымовуху возьму в элиспак. И белая сигнальная ракета для М203 для подзоры. Здесь у меня магазин для моего пистолета, но не дозвуковой. Все равно возьмем. Так, давай один будет прикрывать как-то второго. Хотя нас Джек Шепард смотрит. Да, так, нас... Зомби подходит. Отойди маленько, зомби, отойди маленько назад. Туда маленько назад. А, ты я просто около меня был? Я уже в другой палатке. Бинокль. Нам не надо. Магазин АКМ. Ну, так, да, ты иди по этой стороне, я пойду отлично, по той. Магазин АКМ мне как раз. По этой, по какой? Ну, куда ты зашел. Окей. Так, здесь у нас банка сардина, она не так нужна, но в принципе пусть пока будет, если что, я выкину потом. Собственно, вот так вот мы свой лут добываем. А то нас спрашивали, а как вы лут добываете? Вот таким макаром. Так, патроны еще мне. Чаще всего это без ПНВ. Так, осколочная? Не знаю, как вы, а мне все разработчики вернули. Да, значит, я разработчик кормы. Спасибо. Так. Аккуратно. Давай. Здесь у нас... Вы в разные палатки хотя бы заходите. Мы в разные заходим. Я иду по дальней стороне, он по ближней. У меня тут пустые банки консервные, это очень круто и полезно. У меня здесь АКМ. Зря ты сюда пришел. У меня здесь газировка Пепси. Так, здесь магазин АКМ, тебе нужен еще один? Да. А мне не. Мне нужно вообще хоть сколько, без разницы, мне всего 2. Так, я его мне в спак положу. Так. Еще АК. Назад еще смотреть. АКМ. Блин, почему АКМ одни лежат? Тебе еще надо для АКМ патроны? Да ему, я думаю, куда ему столько? Если уж совсем-то много, блин, что я возьму сам да выкину. Так, у штаб палатки уже 4 зомби. А, дробовик. Двое снаружи. Вам придется их чистить по-любому. Да, можно просто еще одну кинуть. Здесь машина стоит, и, по-моему, она, блин, у нее даже колеса вроде есть. Да это опять, наверное, шахата стоит, которую мы уже видели. Mm-hmm. Которую никак не этот, к ней подходишь, ноль эмоций. Да. Слушай, что-то зомби разорались. Да ну, нормально, они бесятся. Стоят на вас, смотрят прям между двумя штаб-палатками, и двое в ближней ко мне штаб-палатке сидят. Ой, слушай, они совсем разорвали. Блин, да что такое? А. Прям за спину. Так, я сейчас достаю еще одну дымовую гранату и кидаю ее вдаль туда, в сторону поля. Давай. Так. Более утоляющие, которых у меня очень много. Блин, они куда-то ко мне подходят, по-моему. По звукам, если судить. Да-да, вот слышишь, Ярослав, он к тебе подходит. Пусть пройдет. Бежит к вам игрок. Игрок? А, со стороны этого коровника. В коровник заходит. Так, ждем. Если... Палатках, не рыпайтесь, да. Я калаш беру. Да, если идет, запомни, коровника. Что не шевелись, потому что твои движения слышны. Если что, учитывай, что я на твоей линии огня, меня не попади. Ты тоже это учитывай. Собой. Ну, короче, он зашел в коровник. С
скажешь. Либо там сзади, по-моему, амбар еще был, он там ходил. У ребят, наверное, тут у самых сердобольных сложится впечатление, что мы его будем хладнокровно убивать, но вы, если что, понимаете... Если он нас не тронет, и как бы... Пусть если он пройдет мимо, то он пройдет мимо. Если он сюда пойдет, то он будет определенно у нас стрелять. Тут всегда все всех стреляют. Да. Тут да, нет места человека. Я убедился в этом на собственном. Где он? Не вижу, он где-то внутри, наверное, ходит. Потому что вот он подошел, зашел внутрь, и все, я его из виду потерял. Главное, учитывайте, что в палатках в этих сзади есть сеточка. Ну, это уже к вам. И через сеточку он может... Ты бы не так вертелся, Ярослав, ты бы просто камеру вертелся. Через нет такой сеточки. Через такую сеточку меня убивали сзади. Так, я вроде бы его заметил, он до сих пор внутри, там в окошках бывает, просвечивается голова. Ну смотри, смотри за ним. Смотря с какой стороны только вот теперь он выйдет. Это только учитывая, что он не один на сервере, и могут и другие зайти. Блин, вот эта атмосфера, вот это круто. Да. Ага. Блин, что они там, харчат кого-то что ли, что за звуки-то? Они, по-моему, нас услышали, просто не могут выйти. Да два как дураки зашли в палатку и выйти не могут. Один стоит на палатку пылится. Так, я что-то слышал. Какое-то движение было к вам. Зомби. Не стреляй в него. Вот я не увидел, там к двум палаткам в середине кто-то из-за кустов подошел. Блин, если они меня сейчас заметят как-нибудь сбоку. Зомби сейчас наша защита. Я твои две стороны прикрываю. Ты мои можешь, короче, смотреть. Чтоб через сеточку не захарчить. Блин, надо было вам бинокль мне дать. У тебя нет бинокля? Ты не можешь сказать, что у тебя нет. Нет, я же вам говорил, что нету два раза. Ой, блин. Не говорил. Я бы думал, что тут просто приблизил, вот так в приближении смотрю. Во второй палатке есть бинокль. Я туда не пойду сейчас. Закинешь потом в рюкзак себе. Я сейчас туда не пойду. Ну вообще, согласитесь, мы сюда безрезультатно сходили сейчас пока что. Ну пока да. Но сейчас результат, то, что есть видео, и оно интересно. Ну да. Сейчас кого-то еще убьем. Убьем. Пусть проходит, еще я не хочу убивать. Я хочу. Ну либо он внутри коровника все еще ходит, либо он за коровником куда-то там ушел в сторону Чупа-Чупса. То есть я не вижу, чтобы он где-то сейчас выходил. Пока что я вылазить точно не хочу. Я последний раз, когда вылез, когда тут кто-то был, меня убили. Притом сон шутит. Самое печальное, что я сейчас не могу дымовуху кинуть. Потому что тебя тупо нет, да? Нет, она у меня есть. Просто он заметит. Вот сзади вашей палатки зомби идет. Как моей нашей. Моей. Я так понимаю. Потому что я слышу его. В полный рост, да. Блин, ну этот чувак не выходит никуда. Он долго высматривается, я так понимаю. Ты не видел, у него на голове ПНВ не было? Я не видел, по-моему, он тоже был в камуфляже нашем. Издалека так. Ну, буквально он, блин, маленьким очень был, он просто прошел, и вот туда, куда-то за коровник, либо в коровник зашел, и все, и вот с этого момента я его пока не вижу. Вполне возможно, что он на ржавчину эту поднялся, на ржавый ангар. Нет, он вот с той стороны вышел как раз. То есть от ржавого ангара он в сторону коровника подошел, и я тогда его заметил. Но мне кажется, что он все-таки вглубь города туда ушел, так как он бы, наверное, когда уже из коровника вышел, что там делать. Не, с коровника он-то вышел. Хочешь понемножку продвигаться? Нет, да, я в окна высматриваю. Мне все-таки кажется, что он уже ушел туда, куда-то вглубь. Если бы он вышел, я бы его по-любому увидел. Ну, то есть в нашу сторону куда-то. Так, осколочная граната. Не нужна мне осколочная граната вообще ни в коем разе. У меня есть. Помнишь, когда мы с тобой, ну когда ты человека убил, говоришь, о, осколочная граната, я говорю, на кой черт она нам? На круто. Это же осколочная граната, клево. Ни в коем разе. Снова мимо Артура зомби сзади проходит. И мимо Ярослава тоже. Это, наверное, мимо меня, пусть мимо тебя нет. Он ближайший. Ближайший Ярослав. Штаб, да, палатки? Да. Ты во второй. Да, отлично. Так, ну что, будем ползти? Ползти не надо, надо быстро двигаться, потому что ползучего легче попасть. Два прыгунчика прыгать. Знаешь, я бы еще хотел бы там в палатки капитанские зайти. Вам двое. Ну вот там три зомби будет.
Вот сейчас. Блин, как печально, что у меня нет никакого огнестрела на близкие расстояния. В принципе, если сейчас Ярослав выйдет и к штаб-палатке, которая ближе к нему. Я кидаю гранату, короче, в сторону поля. Ты больной? Два зомби идут по центру. Засмотреть. Вот они бегут, бегут. А ты кинул? Да. Ты где, Ярослав? Заляться? Нет, сейчас. В соседней палатке, следующей, перед капитанской. Далеко они что-то бегут. Ой, они вообще все убежали. Ну, правильно. Если тот чувак увидит, он поймет, что какой-то палево. Поэтому нам нужно быстро посмотреть штабные палатки. Давайте быстрее. Ой, они все туда пошли. Ну, внутри палатки, которая справа, по-моему, сейчас никого нет. Так, еще один скакун выскакивает. Вот он, бежит ко мне. Ко мне бежит. Вот он убегал как раз и вот сейчас на тебя повернулся. Снял. Ты как глушитель все-таки здесь хорош. Давай, а? Заходи внутрь. Ну, походу здесь ничего. Кто бежит сзади меня? Я. Я не бегу, идет, я вроде. Просто. О, у меня еще один дозвуковой, короче, патрон. Они все сели, у меня такой грант кинул, и кто-то сидит и смотрит тупо в пол. Ну, у меня здесь одни подствольники, да что ж такое? Граната или с подствольником пушки? Нет, граната. Причем даже не боевые, а сигнальные. Круто. Так, ну что, выбираемся потихоньку. К машине будем подходить, нет? Какой машине? Проверьте. Ну вот, прям за тебя машина светлая. Шаха. Есть какие-нибудь действия? Нет, это фейк. Так, вот здесь в заборе дырка, но ты, наверное, знаешь, блин, я застрял. Давайте, подходите ко мне, к вам там прыгунь, этот скакунчик потихонечку идет. Да ладно. Ой, блин, да ладно. Ты где? Я с тобой иду. А я не сижу, я... Прям на меня идешь. Я вижу, вижу. Так, давайте кину пару патронов. Давай. Ничего, сказал бы ты раньше про бинокль, я не хочу туда возвращаться. Фу, в принципе, это было интересно, но безрезультативно. Я хотел себе найти М25. Она как эта винтовка, но у нее прицел то ли окок, то ли что. Короче, увеличение не дает. Просто целиться удобно. Вот это вот прикольно. И она полуавтоматика, то есть стрелять можно очень быстро. Вот это моя мечта. Ай, мне в какую-то эмочку с хорошеньким прицелом. В Steam кто-то пишет. Так, ну что, ребятки. Не знаю, я вот ночью бесполезен, у меня пистолет один, я если достану свою снайперскую винтовку, у нее не ставится на прицел ночное видение, хотя на бинокль ставится почему-то. Ну, в принципе, что мы можем? Мы можем пойти в старый собор. Ну, и так в старом соборе. В новый. В новом соборе я знаю место, где может огнестрел лежать хоть какой-то, чтобы мне сменить. То есть там вышка есть. Да, вижу, там лежит АКМ, МП5 в этих палатках. Как бы, если хочешь, можешь АКМ взять, я тебе надаю патронов. Там МП5 лежит? МП5 и АКМ. С гушаком? Не, МП5 без. Ну то она не особо нужна. Не та. Ладно, пока пусть все остается как есть. Давайте тогда, что ли, на самом деле к новому собору пойдем. Давай. Осторожно, этот парень, он мог забраться на железку, сейчас вполне возможно нас высматривает. Снайпера там любят сидеть. Но вроде никого не видно. Да. Вы-то где? Я у дерева тут. Клёво. Хорошо, объяснил. Я у дерева. Я где-то в лесу. Я сейчас скажу, я у дерева лежу, да. Тогда будет вообще клёво. Да, искать куст в кустах. Вон, я вижу, вы бегаете. Ну, тут, по-моему, лучше в полный рост бегать, потому что главное, чтобы снайперу не попасться. Я кто бегает? Я в кустах, в которых беги мы начинали на серию. Азимут, что ли? Беги на азимут 340. Ага. По градусам 40. Кто вообще там туда наверх куда-то? Так, Ярослав, ты в этих же кустах, да? Я уже в следующих. А Джек Шепард где? Я он в кустах, еще в начальных. Который вот... Ну, понятно, я поэтому и жду его. Сейчас пришли и правей. Не, с калаша вверх пострелять. Короче, Артур, помнишь водокачку? На которую мы поднимались, когда у нас 1500 здоровья было, и потом вышли. Но? Вот я к ней иду. Зачем? В эти кусты.
Понятно. Окно вы собор же справа сейчас от нас. Новый слева. Собор через поле. Новый слева. Собор слева от нас, по дороге. По азимуту где-то 320-340. Я тебе говорю, и вот если я смотрю на 320-340, он, блин, показывает мне, он туда наверх направо. Джек Шепард. Джек Шепард. Джек Шепард. Вот между Е, между С. Это не 320, это 140. Чего вот меня спутываешь, блин? Я бегу по твоим координатам. Так, это кто пробежал? Ярослав или Джей? Нет, это я. Это... Понятно. Слушай, не видно. Джек Шепард, ёлки-палки. Координаты нормальные, давайте, чтоб я, блин, не терял вас. А то ты и так 340, 340, блин. Плохо видно. Тебе гранату кинуть, чтобы подсветить путь? Короче говоря, Джек Шепард, наш квадрат, мы находимся в квадрате 65-75. У меня нету клёвый твой квадрат. Что ж тебе все не слава богу-то? Джек Шепард, возвращайся. Видишь? Вас вижу, да. Вы, блин, как две точки, блин, не знаю. Откуда подходишь? Хотя, что спрашивать? Оттуда, откуда вышли. Вон, вижу. Ой. Видел? Ну вот. Это я слышал. Так, все, давайте двигаем уже, блин, что-то мы так засиделись. Ой, Артур любит сверкать. Да ладно. От одной вспышки он сюда прибежит, мы уже в другом месте будем. О, корова наверху стоит. У меня, кстати, 10 тысяч крови. Ну, в принципе, нормально. У меня есть жареное мясо, если что, да. 11.99. А вон барашек. Его я захарчу сейчас. Да, вон и барашек. По полю бегать это, по-моему, не стоит, не? Не знаю, что ты бежишь. Я не слышал. Я не бегу по полю. Но вот сейчас придется на поле выйти. К барашку кто бежит? Ярослав. Я за ним бегу. Я думал, это Артур. Когда я так бегал? Я по полю не рвану. Да, в принципе, у нас выбора-то нет. Поэтому придется лучше в полный рост бежать по-быстрому, чтобы нас не подстрелили и зигзагами. Это так безумно, смотри, когда псих бежит зигзагами к барашку бедному. Ярослав, ты почти к дороге вышел? Да. Я через эту дорогу обычно все идут, которые пришли с электрозаводска на новый собор, с нового собора идут старые. И, в принципе, по этому полю тоже бегают. Я, по крайней мере, так хожу. Ты не все. Ну да. Все, три сырого мяса взял. Блин, у вас все-таки как хорошо, да, с бесшумным? Я его вообще не слышал. Ну, я только увидел, как барашек упал. Испугался, наверное. Нет? Нет, а барашек. Где там? Там барашек подходит. Он упал, и он испугался. Мы около лэп посередине поля. Да, я вас вижу. У нас сейчас такие вещи хорошие, что мы можем увидеть задолго до того, как не, выйдет вот нас. Не, ну вот на самом деле, вот сравните, да, вот сейчас я выключаю ПНВ, ночь. Сейчас еще зрение привыкнет маленько. Все равно вот. Ночь. Вот такая ночь, вот прикиньте, вот в такой ночью бегать, без фонарика. И вот что? Я включаю, вот. Офигеть, это просто... А ведь очень часто так и бегаешь. Да, да так и бегал. Я постоянно так и бегаю, я обычно ночью хожу сюда за лутом. Я просто тоже. Как представлю, что вот я бегу за лутом, и тут три каких-то крокозябры в костюмах куста меня высматривают через ПНВ, это, блин, это вуки на самом деле. Жутковато. Блин, ну чё ж моя пушка такая бесполезная становится, да? Не знаю. Что есть, что нет. Кстати, Джек Шепард, сейчас мы зайдем в кусты, я тебе один магазин еще скину. Окей. Splinter Cell Edition у нас теперь арма. Только мне сейчас вас отличать вообще невозможно. Ну, так, почему? У него же не АК. У меня глушитель. С пистолетом в руках. Да-да-да. Все, останови, Джек Шепард. Все, сижу. А у меня ты двигаешься. Сейчас слагает. Это зомби проскакивает, да. Прямо перед нами. Направо идет. Так, вот все, не двигайся. Сейчас я тебе магазин. А, это твой магазин, окей. Ёлки-палки. У меня нет рюкзака. Слева от нас, ровно, здорово. Кто стрелял? Я по зомби. Ну, предупреждать не надо. Еще один идет. Так, я тебе положил. У тебя нет рюкзака? Ну, то есть не видно его, не отображается на персе. Ни у кого не отображается. Вот я смотрю, или респак написано. В этом огромный, как бы, плюс. Не знаю.
Так. Ой, блин, ты так стреляешь? Кроме персонажа Питье захочется. Смотри, ну, вот сейчас слышно было. Ты находишься в сантиметре от меня, конечно, ты слышишь. Ну нет, это я понял, знаю. Нет, я испугался, что прям у меня над ухом эти пули проносились. Я посмотрел, я в сантиметре от его линии обстрела иду. Да нет, смотрю. Так, где здесь у нас будка? Она же где-то тут. Какая будка? Вон я уже купол в церкви вижу. Да, мы да. Будку сначала ищем, на будке у нас будет огнестрел для меня, я надеюсь. Ну, где-то здесь он на опушке. Вышка, 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 вышка деревянная. Только я не помню, где она. Это, по-моему, наоборот, глубже надо. В ту сторону. Так, ребята, вы меня видите? Я пошел маленько в ту сторону. Там зомби, кстати, его надо будет, чтобы убили. Какую сторону? Я вообще не знаю, где Артур, где не Артур. Кто вот со мной сидит? Ой, темно вот стало. Видишь? Все, вижу, блин, офигеть. Так сливаемся, классно. Да. Это нам помогает, только это и против нас может работать, потому что я стреляю постоянно. Ну еще плюс сервер хардкор. Я не могу, например, навестись и посмотреть, что это отплыть. Вышка, елки-палки. А, ну да, в принципе, вот, вот этот дом, который я лутаю постоянно, где-то тут должна быть вышка. Да-да-да, там чуть вдоль дороги зомби идет. Все, я понял, где мы сейчас. Ну это явно военные зомби или нет? Нет, это еще простые. Да ой, тут их целая куча. Вон вышка вдалеке. Зомби близко довольно-таки. Знаю. У нас есть человек с пистолетом, но лучше, думаю, обойти их по правой стороне вглубь лес. Я вообще не вижу зомби. Да как не видишь? Раз, два, пятеро три, четыре. Идут. Я прикалываю их. А, понятно. Мы должны быть в этом. Что-то справа от города идут. Спины к нам прыгун идет. Я знаю. Я там зомби снял того, ребята, он уже я лежит. Уже понял, ты сказал минус, этого было достаточно. Я думаю, поняли. Прыгун идет в лес, как раз куда я бегу, и все туда идут. По моей траектории идите, да и все. Действительно. Что-то мы расслабились, это. Бык-пык-пык. Господи, как они орут, а? Нормально орут. Нормально, народ. Помню, вышел пачкой до эти. Орды. Я если бы ночью такое где-то услышал у себя под домом, я бы, наверное, в кони двинул. Это да. Вполне верю. Блин, где вышка-то ее? Да вот она, все, вон и военный тут уже ходит. Да, вот я на ней тогда АКМ свой первый нашел. Я, конечно, не хотел особо АКМ, но... Ну, если у тебя будет АКМ, то патроны... Я хотя бы... Да, хотя бы смогу отстреляться от врагов. Я сейчас... встречусь с врагами, то... Где вышка-то? Стрелять будем только мы. На меня смотрите, я иду. Да, вот я вижу. Да, вот тебя я также вижу. Ой-ой-ой, тут прям один идет. Аккуратно все, аккуратно. На фоне кто-то что-то пилит. Так, это здесь машина. Лежит... А-а-а. Лежат здесь две обоймы чего-то. Хит-пак. Замечательно. ДМР магазин, станок 30 патронов до звуковой. Круто, чё? Ту-дуп-ту-дуп-ту-дуп. Да, здесь нет оружия. Так, ну ладно, давайте тогда в новый заглянем. Наведаемся. Там, в принципе, неплохие вещи, только пушек, конечно, не бывает. Наверное, хоть пожрать найдем. Слышь, люди хвастаются, он пишет. Ага, зомби убил 9 хедшотов 6. Зомби убито 201, fuck yeah. У меня 35 убито всего, зато 35 хедшотами. А у меня сейчас все по нулям. У меня 160 убили. А кто-то пишет 12-12. Так, новый... Блин, какая, конечно, некрасиво с таким ночным зрением, зато все видно. А врагам ничего не видно. Это, по-моему, счастье. Ну, у кого нету, да, ничего не видно. Так, вы где делись? И мы чуть правее пошли, в новый собор же. Видите, леши. Я теперь на Артура смотрю чисто, что у него G17 в руках и сзади винтарь такой здоровый на спине. Да, только так у нас. Вторичный половой признак. Это Артур, да. Так, тихо. Зомби куда-то все так резко соскользили. Ну вот я тоже. Думаю, что за движуха такая резкая. Вроде все. Я думаю, может кто-то сак за так. Так, ой, мне попить надо. У меня скоро и попить и поесть уже сильно будет хотеть. Пусть пока терпит.
я своему... Я думаю, своему вот прям там ворота какие-то открыты, может, мы туда зайдем. А да. Толку, здесь амбары, в принципе, такой вот, вряд ли что-то будет. Здесь хотя бы еды воды есть. Найдем. Поедем. В доме может быть что-нибудь хорошее. Видите дом двухэтажный? Да, я даже вижу, у него зайти можно. Справа зомби аккуратно, довольно близко. Только он нас не увидит, такой темный. Да. Кто услышит? Говорят, ну, если бегать будешь. Все нормально, мне пистолет заглушить там. Я хороший. У тебя патронов для него много, нет? А тут у нас чистишь. Очень это много. Чистилка не кончилась. Нет, на самом деле патронов у меня очень много. Я только что в казарме две обоймы еще нашел. Ну ладно. Это тыква или мертвый зомби? Нет, это тыква. Нет. Нормально так. Перепутал. Да не, я просто посмотрел, два чего-то лежит, каких-то тела. Магазин ПМ, компас. Тебе нужен компас? Есть. Мне нужен только бинокль и карта. Тут есть фонарик, есть пепси. Кто хочет попить, попейте. А ты уже много, значит, так много. Не буду. Вроде 414 зомби, а прям обалдеть. Слушай, и бывает зомби 100 штук, и их на каждом шагу. Да, и все рядом. Такое ощущение, что прям вокруг тебя их специально понатыкали. Да, да, да. Вот раз, два, три. Это просто кто-то переиграл в игры от Питера Малинье. Вот и все. Малина его фамилия. Не Малинье. Мулинекс вообще. Мулинекс, да. Кстати, он про Березин кто-то пишет. Мы же в Березин собирались на кровавую жатву. Пока, ну. А чё мы? Куда мы собирались? О, внутри баночку с едой лежит как раз. Так, нас сейчас заметят. Чё он к нам идёт? Отойди. Отойди с меня. Артур прям в тебя идёт. Ну, у меня, по крайней мере. У меня тоже. Всё, спит. Я за тебя за спиной был. Не волновайся. Ты просто идёшь на меня, сейчас пропадёт, я не могу подцелиться. Так, один так. Слева. Двое справа. В принципе, мы сейчас рядом с Гвозно. Там стоит машина. Нет, она нам не подойдет, она же двухместная. Она и в другом этом была. О, тут сколько всего. Так, дымовая граната. А, мы опять что-то друг друга не видим. Блин, ладно, смотрите, короче. Опять мы, короче, зашли, и никто нифига друг друга не видит. Здесь есть автомобильное стекло. Супер, ура, эй. Осталось автомобиль найти. О, дымовая граната, кстати, кто-нибудь возьмите. А не, мне не надо. Возьми сам же, Шепард. У меня одна уже есть. У меня тоже. Я просто не хотел место занимать. Тут есть колесо! Коробок спичек, я думаю, выкинуть можем. Нафиг нам второй. Да, у нас у каждого они есть. Да ладно, пусть лежит пока. Не до него сейчас, не то место. Это точно. Артур, ты сидишь или ты двигаешься? Я двигаюсь в сторону коровника входа бокового. У меня двигается только Ярослав. Я водички налил себе. У меня одного внутри амбара все завалено. В смысле да, завалено? Кстати, есть такие, там вот видишь, один амбар он полностью завален, о, я не знаю, как что так? А бывает такое? Ну, может, спрашиваю. На него вертолет упал, потому что они как бы разрушаемые. Я вот в редакторе вчера баловал, я из танка расстреливал. То он разрушается. Нет, только балки так. Какие-то. Нет, там на самом деле в основном балки. Я уже такое видел в Черногорске, целый сарай. Так, меня зомби заметил. Кто-нибудь хочет его тихо убить? Где? Я в коровнике. Давай. Ну смотри, он, короче, за мной идет, мне, честно говоря, пофигу. Я спокойно дальше иду. Зомби уже как бы проблемы особой не доставляет. А у меня там стену уперся. Я иду прям за тобой. О. Болото френдли. По-любому болото кто-то френдли. А куда он пропал? Артур, кстати, там. Кто? Ну, зомби из коровника. Так, пошли лаги на сервер. Я его убил. У меня кровотечение почему-то. Он, наверное, тебя покусал в лаге. Какого чёрта? Сам прикольно в лаге умирать. У меня было пару раз. Да, да, да. Он какой-то дроп лежит. Зомби зашел. Вот это что? Здесь арбалет. Не знаю.
Я бы кинул. Я думаю, я сейчас, если винчестер найду, то я его возьму вместо этой винтовки. Кто-то пишет, зачем вы все меня убиваете в электро? Да пошли, пацаны. Так, пойду зайду в ту разрушенную хрень, может, что там есть интересно. Блин, что-то опять у нас лагучий сервер какой-то, а? Ой, зомби кого-то заметил. Кому зомби прибежал? Кто вообще вышел из амбара сейчас? Я уже вышел. Ярослав идет из амбара. Да, и за ним идет медленно зомби. Тихо. Артур идет. Тихо, пожалуйста. Я внутри амбара нахожусь. Тихо! Ты зомби в тишине не можешь убить? Точнее, пока мы говорим. Я мух слышу, вам говорю. Ну и ладно. Я сегодня по Электрозаводску ползал, столько мух слышал, это капец. Электрозаводск — это норма. Джек Шепард, это ты в коровнике? Я, да. Ты у меня зомби идет, ты заметил? Я, чувак, ноги сломал, да. Только я не буду в него стрелять, у меня нет глушака. Ну, по-моему, у нас выбора особого нет, если мы сейчас выйдем, то он за нами ломанется. Но он долго, ну давай я его убью. Только не с калаша. Давай, иди ко мне, малыш, поближе. Ты вовремя сказал. Помнишь, как ты мне в душу смотрел? Сейчас допонтуешься. Так. Он у меня прилег. Бинты у него как раз отлично, я только бинт потратил. Слышу глушак. Ну, это я знаю. Слушай, я не могу понять, у меня тут где-то то ли труп, то ли что лежит. Я тоже слышу муху. Они вот в этом коровнике. У вас просто глюки. Да, рой. Джек Шепард, это у тебя сегодня глюки, ты сегодня теряешься, не знаю как кто. Да это вы теряетесь, блин. На 340, иди на 340. Сами сидят вообще в другом месте. Ты уже мысленно должен. Я захожу к тебе в ангар, или не захожу, что-то там главный вход подсудовой зомби. Ты вообще идешь в стену пешком. Нет, я не важно куда я иду, но главное, что я подхожу к ангару. Вроде мухи есть, трупа вроде нету. Какому ангару? А, возможно, на самом деле завалил кого-нибудь тут. А как вообще, интересно, это произошло? Я не знаю. Ну, такое я уже видел. Какому ангару ты идешь вообще? Все, у меня все исчезли, я сижу в коровнике и не знаю, куда идти. К соседнему. Соседний ангар рядом с нами. Параллельно стоит, слева. Который весь заваленный? Да. А мы о чем-то 5 минут зомби. Говорим. Ну, я только что туда заглядывал, два ты зомби. Ты видишь меня? Да. Ёлки-палки. Еще одна лага-серия. К нам зомби подходит, аккуратно. Вон ползет. Я уже никого не вижу. Прям, блин, к тебе ползет, прям к тебе ползет. Прям к кому? К Ярославу. Мимо него проползал, он его даже не увидел. Прям у входа прополз. Блин, мы сейчас на лаге умрем просто. У меня кровь идет опять. Тут ой, зомби бегает. У меня кровь идет. Отлично. Вот у меня нету этого. Значит, как кровотечение. Кто стрелял? Я стрелял два раза. С чего? Тут такой звук. У меня красный значок, из меня идет кровь, Артур идет. Там, где чувак какой-то ползал, ноги ломал. Да это капец какой-то. Сколько серий уже идет? Это что-то невозможно. Нас на лаге сейчас поломают просто. Короче, давайте забегаем в коровник все вместе и не знаю, что делать. Просто сейчас нам, ну что, прекращаем, потому что нас сейчас просто убьют, кости переломаются и морфий у нас один только. Давай, Ярослав, заходи сюда. Да, и закончим, потому что из меня он кровь течет. Черт. Серия все равно, по-моему, была офигенная. Да? Don't shoot me in my head. Да кто тебя видит-то? Из тебя кровь течет, Джек Шепард. Я знаю. Но у меня по здоровью все нормально. Да, это полагает, не надо. Нормально. Ему бинты не надо. Ну я нажимаю перевязать себя, мало ли что. Я не уверен. Ну-ка. У меня нет возможности тебя перевязать, значит у тебя все нормально. Все, кровь перестала идти. Так, ладно, давайте на этом завершать эту серию, потому что, как вы видите, дорогие зрители, у нас все довольно опасно тут складывается, при том, что мы достаточно неплохо упакованы уже, спасибо Ярославу. Обращайтесь. Мы можем помереть просто из-за того, что мы не видим врагов, а враги, тем не менее, видят нас. Поэтому увидимся в следующей серии, мы зайдем на другой сервер и двинем к Березину, я хочу к Березину. Зачем? Ну как? Хочу в Березину. Логично. Короче говоря, ладно, увидимся в следующей серии. Там решим, куда двигаться. С вами были Артур, Ярослав и Джек Шепард. Попрощайтесь. Всем пока. До свидания. Всего хорошего. Пока.